И начнем с новости о сильном пожаре. В Благовещенске, в столице Амурской области, загорелся склад с полистиролом. Из него в том числе делают одноразовую посуду и упаковку. Огонь охватил площадь более чем в 1200 квадратных метров. МЧС сообщает, что пострадавших нет. К этому часу пожар локализовали. Его тушат несколько десятков человек. В их распоряжении 8 единиц спецтехники. На месте происшествия работает лаборатория, берутся пробы воздуха. Превышения предельной концентрации вредных веществ нет.